Привет, друзья! С вами Шаман, а это очередной гайд по Майнкрафту, на этот раз для Java-версии. А создавать мы сегодня будем ферму крестьян. Я уже выпустил ролик на канале по такой же ферме, только для Bedrock-версии Майнкрафта, а теперь покажу вам, как сделать инкубатор жителей в Java-версии. И для этого нам необходимо приготовить 12 любых блоков стекла, 4 плиты, 4 коврика, 5 люков, 1 заборчик и, конечно же, 4 кровати. А еще необходимо взять вагонетку, 3 обычные рельсы, 1 энергорельсу и 1 редстоун факел. Ну и как бы можно начинать постройку. Ставим 4 колонны по 3 блока вот таким вот образом. Вот это будет вороночка типа. Помещаем сюда 4 плиты. Целясь на одну из плит, помещаем забор, чтобы он оказался вот так немножко выше стекла. Затем ставим 4 кровати, вот именно таким образом, чтобы они шли как бы по кругу. Затем в центр помещаем временный блок. Над подушками вешаем вот так вот коврики. И теперь устанавливаем люки. Вот так же крестообразно, как вы сейчас видите на экране. Удаляем один люк и временный блок по центру, и как бы все у нас почти готово. У основания фермы мы удаляем 4 блока вот здесь. И ставим редстоун факел. Возле него энергорельсы и вот так ряд из обычных рельс. Так мы будем доставлять жителей из фермы на поверхность. Ну и сюда еще люк добавим, чтобы малыши не сбегали. Затем ставим какие-то типа ступеньки, чтобы по ним могли жители забраться наверх. А хотите, можете построить сюда дорожку из рельс, как я делал это в Bedrock версии Майнкрафта, и поднять жителей на вагонетки прямиком в центр нашей фермы. Ну я вот покажу вам способ, с приходом ночи жители сами поднимаются и прекрасно ложатся спать, как видите. Ну а с наступлением дня они оказались на своем, так сказать, рабочем месте. Теперь нам остается покормить жителей. Даем им картошечку, морковочку или же хлебушек. Они наедаются до определенного момента, а после переходят в фазу любви и начинают создавать себе подобных. Малыши падают вниз и оказываются у основания фермы. Теперь же нам осталось подождать, пока малыш подрастет. Берем вагонеточку, ставим ему под ноги, и уже повзрослевший житель выезжает на поверхность. А дальше вы можете его отправить на какую-то, например, ферму. Допустим, у меня на канале уже есть пару видосов по ферме железа и автоматической ферме овощей, которые работают на этих самых жителях, можете посмотреть. Ну и как бы на этом все. Всем спасибо за внимание, ребята. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы и заходите на мой второй игровой канал, где я выкладываю нарезочки, естественно, игрушек различных. А с вами был Шаман, и всем покеда!